Всем добрый день. Сегодня у нас на улице 30-градусный мороз. В школу мы не ходили. Дочь у меня сидела дома. Но так как должны были сдать книги в библиотеку, я ее отвела в библиотеку. Она у нас находится рядышком с домом. Пока вот она в библиотеке сидела, я сходила в магазин. Там мне предложили приобрести вот такую. Видела у подружки, ребятишки режут удобно картошку, типа шинкуют. И тут сначала посмотрела, там другого формата была, она только вот одна такая штучка, что в одном положении что ли режет картошку, как бы типа шинкует. А вот мне сказали, вот по телевидению показывают, что там дорогая, у них дешевле она гораздо, что продавец себе приобрела такую. И я посмотрела тоже, так как у меня дочь не все может одной рукой держать, а другой резать, думаю, что может и понадобиться. Но я как-то вот их очень сильно боюсь, все эти терки, особенно если какие-то вот они, не знаю, я назвать механические, не механические. Все нужно, тут у меня часть, мы уже немножко, конечно, доставали, все рассмотрели. Но все плотно закрывается. Ну, конечно, вот из истории, что ли, из своей расскажу, что покупала я контейнер. Тоже вот так же вот закрывается, что вот на эти, как типа герметически закрывается, что... но не держала я его в закрытом виде, чтобы вот оно было все плотно. И они как-то потом уже вот эти вот штучки не прикрепляются плотно, уже оттопыриваются вот так вот и плотно не ложатся. Ну ладно, так как беру для другой цели, ладно, пусть будет. Вот такая вот крышечка, что ли. Вот, плохо видно. Здесь вот оно поднимается. Но так как я телевизор не смотрю, у меня дети смотрят либо свое что-то, а я все в компьютере, все где-то в интернете, то я не видела, как там что рекламируют. Вот здесь вот их две насадочки, допустим, вот одна крупно шинкует, другая мелко шинкует. А вот я другую видела, которую там смотрела, там вот только мелкая шинковка есть. И как бы вот она, цена почти, можно сказать, что та шинковка, что вот этот вот целый набор, оно одинаково. Вот ее можно так вот здесь развернуть и поменять. То есть вот оно с этой стороны только вот так вот как бы здесь закрывается, чтобы сюда, видимо, не попадало. А здесь так прорезает все. Еще другие насадочки. Другие насадки. Вот идут. Здесь вообще крупно. Не знаю, я так крупно ничего не делаю. Ну, пусть будет. А здесь, если, наверное, вот или картошку, или что-то, так, чтобы было продолговатенько. Такая насадочка. Вот эту насадочку мы попробовали. И, кстати, вот если кто встретится с такой теркой, что ли, с таким комбайном, вот что мне не очень понравилось, что здесь вот эти отверстия небольшие. То есть вот я как раз купила яблочко, но так как яблочко уже было большего размера, то мы не смогли прорезать его полностью, и пришлось его, так как я вот вообще всего вот этого боюсь тут задевать, то не получилось его разрезать, еле-еле его вытащила. Еще одна насадочка вот такая. Она одевается уже, вставляется
Вот так. Здесь вот единственное, что вот здесь получается свободное место, поэтому не знаю, как оно будет. Еще что-то есть. Вот. И еще здесь вот такая штучка. Но я не знаю, здесь-то, наверное, можно и просто так пользоваться. Там еще вот шинковка для капусты, там, наверное, вот этой. Потому что здесь, мне кажется, если, допустим, что там натираем и дойдет до конца, то оно испортит опять вот, как бы вот заточка вот эта испортится, что затупится. Следующая насадка. Вот думаю я, что для этой насадки только. Вот это самая такая острая насадка. Она идет для шинковки капусты. Ну или там, не знаю, кто-нибудь может еще что-нибудь знает. Так, вот. И вот тогда уже вот здесь вот капуста. И вот оно что не дает дальше. Что это? Ну, это у меня у сестры какая-то подобная вот есть. И что вот она предохраняет руки. У меня почему-то такой страх, что вот не дай бог вот здесь вот заехать и пальцами там проехать. Смотрелась фильмов ужасов, наверное, в свое время. Вот. И еще входит сюда же в состав вот такая вот как овощечистка. Ну, почему-то я ее принесла домой. В магазине хоть и открывали, но не обратила внимания. И она... Вот это вот мне не нравится. У меня керамическая она, но она двигается хорошо. А здесь вот как-то оно не особо. Оно здесь предохранитель идет. Чтобы оно, видимо, только в одном положении. Ну, не пробовали. Как оно это будет у нас работать, не знаем. Ну вот опять у нас приобретение. Красивое, аккуратное. Я давно смотрела, но вот оранжевые какие-то. А такую увидела в первый раз. Ну как не купить? Спасибо всем за внимание. До новой встречи.